Привет, друзья! Как дела? My name is Vido, and today we're gonna have another conversation with my friend Vadim. Today we're gonna talk about our plans for 2019, our goals, and things that we want to do in 2019. And before, two videos ago, he mentioned his Instagram profile, which is right here somewhere. Check it out. And from these plans for 2019 that he's gonna talk about today, you can probably find some of them on that Instagram page. So if you're interested, check it out. But let's get to it. Ребят, мы немножко изменили модель общения. Теперь я буду задавать вопросы Федору, он будет на них отвечать. Да. И вот мой первый вопрос. Федь, у тебя наверняка уже были мысли о том, как бы вот распланировать 2019 год, что успеть сделать, какие цели, какие планы. Расскажи об этом. Ну да, у меня есть пара мыслей, но пока без какой-то особой конкретики, но, во-первых, разумеется, дальше развивать BeFluent in Russian канал и также наш бизнес в принципе. То есть BeFluent, видно, BeFluent, будем толкать, да, BeFluent. Будем толкать и как-то его развивать. У нас есть немного планов, каких-то целей, но я думаю, то, что все об этом узнают, в принципе, когда это все появится. Вот. Вообще, в принципе, я как планирую это, я думаю, больше моя обязанность закончить университет. У меня сейчас остался последний семестр магистратуры, который я, ну, в общем, планирую закончить успешно. В принципе, первый семестр был очень сложный, и второй будет маленько полегче. Поэтому я думаю, то, что я закончу без проблем. Потом, ну, разумеется, после университета, это работа, это ее нужно сначала найти. У тебя есть какие-то задумки на этот счет? Ну, у меня есть пара вариантов, но они очень, очень непредсказуемы, так сказать. То есть я пока вообще не могу предугадать, что будет. Пока это все очень расплывчиво, размыто. Вот, но, конечно, если... так сложится то, что у меня BeFluent сможет меня прокармливать, то, разумеется, я буду этим заниматься и не буду даже искать работу. Но это только в самом хорошем исходе. Да, ребят, поэтому, чтобы Федору не пришлось искать работу, да, подписывайтесь на его канал на YouTube, да, переходите на BeFluent Camp, в общем. Да, первая ссылка в описании, переходите. Да, это все, в принципе, этому помогает, этому способствует. Вот. И, ну, разумеется, мы это и будем как-то продвигать, о чем я говорил сначала. Теперь у тебя вопрос, Вадим. Какие у тебя планы? Ты так и будешь делать, да? Какие у тебя планы на 2019 год? В основном все мои планы связаны с музыкой. Я постоянно пишу музыку. Да. Найти меня без гитары или без записной книжки, где я пишу тексты или мелодии, это, наверное, практически невозможно. Даже на работе, когда я занимаюсь... Где твоя гитара? Где? А где книжка твоя записная? Да блин, ты меня подставил. Ладно, продолжай. В основном я буду заниматься музыкой, дальше продолжать двигаться в этом направлении. Писать, закидывать всю музыку на платформы, iTunes. Там... iTunes даже? То есть уже какие-то серьезные такие песни прям? Ну, разумеется, это будет уже, собственно, авторский материал. Вот очень крутой, очень крутой. Ну, будем надеяться, будем ждать. Сейчас ты много обещаешь, тут многие смотрят тебя. Я уверен в себе, ну что. Ну все, ладно. Вот. Ну и дальше подтягивать английский язык. Я уверен, что будет очень много практики у меня в английском языке, связанной, опять же, с носителями языка. Да. Вот. Очень хочу попутешествовать в этом году. Да. Кстати. У нас есть планы некоторые. Да. Мы их раскрываем? Ну, можно так сказать, в общих красках, давай, можно сказать. Короче, ребят, BeFluent едет в Европу. Да, BeFluent едет в Европу. Ну, только, правда, я BeFluent один. Так что, если кто-то живет в Европе и хотят нас угостить хорошим ужином, либо завтраком, либо обедом, все равно, в принципе. Да, абсолютно. Мы будем очень голодны. Пожалуйста, пишите. Да. Ну и что, а в Европу куда? Куда в Европу? Я пока не знаю. Я тоже не знаю, пока что куда в Европу. Думаю, во всей Европе будем кататься. Да. Петь, мы с тобой вместе отмечали Новый год. Да, вот очень было... хорошо отмечали. Да, очень хорошо отмечали. Мы друг другу очень много желали. А что бы ты пожелал вот ребятам? Я пожелал бы вам, друзья, в этом новом году, зная то, что вы все учите русский язык, я думаю, чтобы у вас было больше дисциплины в этом новом году, чтобы
вы себе ставили какие-то цели и их добивались. Но цели сами себя не добьются, и поэтому нужно много трудиться. И поэтому я вам желаю много энергии и много желания. И чтобы у вас под рукой оказывались очень хорошие ресурсы, какая-то полезная информация у вас под рукой оказывалась. Включая эти видео, в принципе. That's it, guys. Thank you so much for watching. If you have time to watch this a couple of times, please do so. I promise you get much, much more if you watch this two or three times, even if you fast forward it a little bit. Because on the first time, you get acquainted with the content. But then, second and third time, you really get into each individual phrase and word. Please watch this a couple of times and you're gonna get a lot from it. But that's it. Thank you, Vadim. Thank you, Fedor.